трейдер Dogewood Head превратил инвестиции в VIF $1800 в $11 миллионов. Новый ажиотаж на рынке монет мемов позволил трейдеру Dogewood Head за 3 месяца превратить инвестиции в размере $1800 в $11 миллионов. Интересно, что по данным CoinMarketCap за последний день токен вырос на целых 18%. За последнюю неделю монеты мемы показали огромный рост. И главным и самым неожиданным победителем стала криптовалюта Dogewood Head на основе блокчейн Solana. В аккаунте платформы Lockchain поясняется, что трейдер приобрел 5,1 миллиона VIF за $1800. Впоследствии цена актива взлетела более чем на 1200%, в результате чего стоимость его инвестиций достигла $11 200 000. С момента своего появления в 2023 году VIF пережил стремительный взлет, подобный токену мему Pepe, однако большая часть его прироста отмечена только за последние 30 дней. За это время монета выросла более чем на 915%, хотя сейчас этот процесс несколько замедлился. Интересно, что на этом фоне давно получившие популярность Dogecoin и Shiba Inu не отошли на второй план. Doge удерживает 10 место в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации, а Shiba преодолел сразу несколько ступеней в рейтинге и занял 11-ю позицию.